Abone bağnay fejersinizden o yırıstor Abone bağnay resulette Adem'e nefs Abon seri barşediz ne zahme yırıstor Şeyin zaren karay Şeyir kafan vallay Феерично и незабываемо в Цхинвале с аншлагом прошел концерт патриотической песни, приуроченный ко Дню мужества и народного единства. Вано Бекоев, Ибрагим Джиоев, Нудар Гуцат, Нина Гатикоева в исполнении звезд астинской эстрады звучали песни о любви к родине. Моя фарта Зерда скотека наша сагдоно шевы Божак солмих тай бесте Луя срастеже мов Ола разжина твитам Ама ю не пошел курак денес Давай рарвит папулта С замиранием сердца зал слушал песню «Баарзам на кареже Иретта» в исполнении народного артиста Южной Осетии Вано Бекоева. Своим талантом в очередной раз зрителя порадовал и Альберт Лалиев. Он исполнил патриотическую и ставшую хитом песню «Ирон». Президент республики Алан Гаглоев отметил, что проявленное мужество ребят, вставших против грузинских фашистов, является образцом и для нынешних поколений. Ярким финалом мероприятия стал гимн Республики Южная Осетия в исполнении Вадима Харебова, Вано Бекоева, Марты Харебовой, Нины Гатикоевой и Суслана Хасиева.